В предыдущем видеообзоре под названием «Вязание из толстой пряжи» мы показали, как связать жакет из толстой пряжи спицами 15-20. В комплект к жакету мы предлагаем изготовить снуд из мериносового топса цвета фуксии. Нам понадобится 300 грамм пряжи. Формируем клубочек для удобства. Края нити связываем узелком. Потом заправляем их внутрь узла. Спицы нам сегодня не понадобятся. Набираем 3 петли и вяжем 12 рядов. Закрываем. Заправляем выбившиеся узелки внутрь. И снуд готов. Нам понадобилось 5 минут. Такой снуд не только согреет, но и придаст изысканности вашему наряду. Предложим вам несколько видов пряжи, которые прекрасно складываются в 3-4 нити. К преимуществу сложения этих артикулов отнесем то, что пряжа не будет пилинговаться так, как некрученная пряжа, а также то, что вы сами можете создать нужную толщину изделия. Состав пряжи Софила производства Италии 85% мериносовой шерсти, 15% нейлона. В 100 граммах 80 метров. Складываем в 3 нити. Спицы берем 15.
Благодаря мелкому сегментарному окрасу мультиколор рисунок выглядит эффектно. А также мы предлагаем вам второй вариант сложения. Состав пряжи Перу 45% мериносовая шерсть и 25% альпака суперфайн, а также 30% полиамида, в 50 граммах 60 метров. Складываем в 3 нити, спицы берем 10-12. Также хотим вам представить пряжу Коко. Состав пряжи: 70% мериносовой шерсти, 10% полиамида и 20% акрилик HB. В 50 граммах 125 метров. Рекомендованные спицы 6, 7, 8.